Диминрол и корвалол могут приравнять к алкоголю. Водители хотят штрафовать за употребление некоторых видов лекарств. Правоохранители совместно с Минздравом планируют составить конкретный список препаратов, которые будет нельзя употреблять за рулем. В случае, если водителя задержат за пьяную езду и выяснится, что причиной стало употребление, например, димедрола, ему выдадут акт медицинского освидетельствования. В дальнейшем такого водителя планируют привлечь к ответственности как за пьяную езду. И еще одна инициатива ГИБДД. Тех, кто лишен прав за вождение в нетрезвом виде, по истечении срока наказания, обяжут сдавать анализы перед тем, как вернуть права.